Белорусские почтовики в топ-10 на мировой арене. Блок марок Белорусской православной церкви в 1025-летие Полоцкой епархии занял 6-е место на Венской международной филателистической выставке «Гран-прикс в ВИПА». Она проходит в столице Австрии с конца 19 века и является самой известной. Наша композиция из 3 почтовых миниатюр, украшенная художественными полями с изображением фресок Свято-Преображенского храма, опередила более 70 соперников со всей планеты. Основная работа по созданию этого блока была проведена художницей Татьяной Дольской вместе с нашей Белорусской православной церковью. Рисунки выполнены акварелью. Моя задача как дизайнера состояла именно в том, чтобы адаптировать их под размер и формат марки. Так у нас появился блок с интересной, нетрадиционной для нас формы, арочная форма и тиснение матовой фольгой. Первыми на пьедестале почета со званием «Лучшие почтовые миниатюры 2017 года» стали Фарерские острова с блоком «Фарерские ножи». Второе и третье места заняли Бразилия за сцепку марок работы Уильяма Шекспира, а также Лихтенштейн за блок «Золотая свадьба принцессы Марии» принца Ганса Адама II.